Зал для гостей Генерального консульства Российской Федерации в Бресте превратился в картину и галерею. 70 работ в совершенно разных художественных направлениях объединены одной темой – показать общий путь России и Беларуси. Символично, что выставка приурочена именно ко дню освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков и ко дню города. И название выставки «От Москвы до Бреста» отражает то взаимодействие, которое происходит между нашими странами и сегодня. В этом контексте я хочу, Олег Юрьевич, вам сказать как дипломату, как представителю дружественного, великого государства с большими культурными традициями, спасибо. Спасибо за то, что вы активно под дипломатической крышей, я так скажу, помогаете нам в продвижении города Бреста. Потому что это устойчивая фраза, устойчивая такая созвучная фраза «От Москвы до Бреста», дальше можно очень много проводить других аналогий, она тоже является элементом продвижения города Бреста. Дорогие друзья, самое важное событие – это День города и День освобождения. Второе по значимости событие, которое я хотел бы назвать, это люди, это богатство, это ваша любовь к родине, это любовь к ближнему. Я хочу, чтобы вы нашли это в тех произведениях, которые у нас есть выставлены. Более 30 художников попытались изобразить свое видение фразы «От Москвы до Бреста». Здесь и пейзажи, и портреты, и натюрморты. Причем каждый автор может легко пояснить, почему именно свое полотно он представляет на вернисаже. Как эта картина писалась и как его нужно рассматривать. Вот, допустим, на часах без 5:12. Без 5:12 это говорит ночи, говорит о грядущих событиях, опасных, которые должны произойти. Обращаю внимание, что картина написана в 2019 году, то есть за год перед теми событиями, которые начались. Она призывает, что все страны присоединились к рукопожатию. Сейчас это очень актуально, потому что все ругаются, все выясняют, все что-то доказывают. А картина такая, на позитиве. Эта картина называется «Рассвет». Для меня это рассвет на природе. Для меня, в принципе, рассвет и закат имеют какое-то такое волшебное значение. Конец дня, начало дня, что-то новое. И вот, наверное, на этой картине я представила, по моим эмоциям, новое начало. Новое начало в приятных для меня цветах. Мне кажется, она заставляет как-то погрузиться вглубь и задуматься. Примечательно, что участники вернисажа могли не только проголосовать за понравившуюся работу, но и приобрести одну из них. Собранные средства будут переданы в один из детских домов Брестской области, потому что искусство должно не только радовать душу, но и творить добро. Каждый человек талантлив, и нужно себя развивать, искать, в чем же я талантлив, что я могу сделать на благо людей. Понимаете, это тоже немаловажно. А искусство всегда нас объединяло, культура нас воспитывала, учила. Ну и я думаю, что это самое главное. Выставка в Генеральном консульстве будет радовать брестчан до 11 августа. Посетить ее можно только по предварительной записи. Осенью вернисаж «От Москвы до Бреста» отправится в Москву и другие регионы Российской Федерации.